Пекине состоялась церемония в честь 87-й годовщины начала войны сопротивления китайского народа японским захватчикам. В памятном мероприятии приняли участие около 500 человек, в том числе члены семей ветеранов. Церемония началась в Музее войны сопротивления. Когда прозвучал государственный гимн КНР, студенты пекинских вузов исполнили стихи и песни, посвященные борьбе китайского народа. Затем участники возложили цветы к мемориалу павшим воинам. Мероприятия, посвященные памятной дате, проходили по всему Китаю. Павших героев почтили и в городском уезде Гуанхань, провинции Сычуань. Наша мирная жизнь оплачена кровопролитными битвами предков. Мы всегда должны помнить историю и ценить мир на земле. И мы должны усердно учиться, чтобы как можно скорее стать опорой для страны. В городском уезде Тяньчан, провинции Аньхой, члены Компартии Китая посетили мемориальный зал войны сопротивления японским захватчикам. Мы должны передавать следующим поколениям героический революционный дух и стремление служить стране. Нам нужно усердно трудиться и отдавать дань уважения старшему поколению за его выдающиеся достижения. 7 июля 1937 года японские войска начали наступление на мост Лугоуцяо на юго-западе Пекина, одну из ключевых точек для обороны города. Эта дата считается началом войны сопротивления китайского народа.